Если ты любишь спорт, успей поставить лайк левой ручкой за 3 секунды, я считаю. Раз, два, три. Кто поставил лайк, тот, конечно же, умничка. Всем привет, ребята, с вами, как всегда, Allplay, и сегодня мы продолжаем проходить эволюцию в мобильной игрушке, которая у нас называется Waze Runner 3D. В данной игре мы с вами должны будем пройти эволюцию за девочку-качка. Ну, а пройти мы с вами эту эволюцию сможем после того, когда подберем очень много блинов на штангу или на гриф, который есть у девушки, и после того, когда мы наберем очень много блинов, эта девушка разовьет такую мускулатуру большую, у нее будут такие большие мышцы, что она сможет дойти до финала, сможет выбить все, что угодно. Итак, ребята, суть данной игры заключается в том, чтобы мы с вами как раз-таки, получается, подбирали блины, подбирали кристаллики, прокачивали параметры, открывали новые скины вот этих вот блинов и добирались до финиша. Мы с вами, получается, что проходим уже 43 уровень. Я тут немножко тоже поиграл, чтобы разобраться, что к чему. Сейчас, ребята, мы с вами, получается, открыли первые блины, которые тут у нас были, да? Они прям такие же самые блины, как в спортзале. У нас тут есть очень много других скинчиков блинов. Вот смотрите, видите, это самые первые, которые у нас. Тут у нас есть автомобильные покрышки, различные тут вкусности, даже вот у нас шестеренки есть. И, конечно же, бриллиант. Мы с вами за каждый из вот этих вот скинчиков сегодня поиграем. Давайте выберем первые блинчики и попробуем хотя бы немножечко тут набрать кристалликов. Да, кстати, ребята, после того, когда мы с вами набираем очень много кристалликов, эти кристаллики мы можем потратить для прокачки параметров. Тут есть два параметра в этой игрушке, это сила и это ловкость. Мы с вами периодически должны и тот, и другой параметр прокачивать. Чем лучше мы с вами прокачаем эти параметры, тем, соответственно, больше кристалликов в дальнейшем заработаем. Сейчас я вам, ребятки, покажу эти параметры, когда мы дойдем до финала. Подбираем пока что кристаллики и теперь подбираем блины. Ну и по максимуму давайте мы посмотрим, насколько у нас с вами увеличится количество наших кристалликов. Наше с вами количество кристалликов увеличилось, по-моему, на 16, да? И теперь у нас их стало почти 5000. А нет, чуть больше 4, чуть меньше 4000. Так вот, ребята, эти кристаллики, вот этих с левой стороны два параметра, которые мы и будем прокачивать. Так, давайте выбираем автомобильные покрышки. И теперь попробуем еще чуть-чуть пройтись с помощью вот этих вот автомобильных покрышек. Так, прикольненько. Тут у нас, получается, автомобильные покрышки практически все то же самое делают, что и простые вот эти вот блины для грифа. Но только у них вид другой, я так понимаю. То есть не имеет значения, какие мы с вами блины возьмем. Либо это будут простые блины, либо автомобильные покрышки, либо там еще какие-то покрышки. Сила и ловкость увеличивается только после того, когда мы с вами за кристаллики этих вот два наших параметра прокачиваем. Ну, а вообще, блины менять можно будет просто из-за того, чтобы хотя бы немножечко менялся вид. Вот сейчас мы с вами попробуем дойти уже до финала. Я думаю, теперь у нас все должно получиться. Да, глядите, ребята, все у нас умножается на 32. Все эти кристаллики, которые сейчас мы с вами соберем, умножаются на 32. Итого у нас сколько будет этих вот кристалликов? Сейчас мы с вами заценим. 7981, что ли? О, круто. Теперь у нас, ребята, есть практически столько кристалликов, чтобы прокачать хотя бы один параметр. Выбираем теперь другие блины. Это у нас будут просто вкусненькие такие вот пончики. Сейчас мы с вами за эти пончики тоже попробуем немножечко сыграть. Вот видите, ребята, не имеет значения, какой блин ты выбираешь. Либо это пончик, либо покрышка, либо простой блин. Все равно все у нас одинаково. Единственное, просто вид чуть-чуть изменяется. Но зато нужно будет подбирать побольше кристалликов для того, чтобы прокачивать параметры. И как раз-таки вот эти вот блины нам это будут помогать. Так, мы с вами, получается, сейчас еще должны максимальное количество набрать кристалликов. Отлично, пока что довольно-таки все у нас хорошо получается. Умножается все у нас на 32, то есть все кристаллики, которые мы с вами наберем, у нас умножатся на 32. Итого у нас сейчас будет сколько этих вот суперкрутеньких кристалликов? 11309. Это хорошо, теперь мы с вами можем прокачать хотя бы один параметр. Давайте за 10 тысяч кристалликов мы с вами прокачаем себе силу. Теперь она у нас будет 9 уровня. Так, давайте тогда еще один разочек мы с вами возьмем эти вот вкусненькие блинчики, а потом поменяем скины этих вот блинов. Так, это у нас 47 уровень. Тут мы с вами сейчас побольше еще кристалликов должны собрать, побольше вот этих вот чувачков должны позбивать. Вот это наша, конечно же, девушка мощная, правда же? Смотрите, какая она прокачанная. Просто трындец. Смотрите, какая у нее шея. У нее такая шея, ребята, как... Я даже не знаю, наверное, практически как руки. А вот теперь у нее чуть-чуть поменьше шея стала, но это просто из-за того, что, к сожалению, мы с вами врезались. Тут, конечно же, мы с вами не успеем дойти до бонусов, но зато тоже немножко кристалликов заработали. Итак, теперь давайте, как я и сказал, поменяем себе новый скинчик какой-то, выберем. Это у нас будет бутераты, бутербродики. О, тоже довольно-таки симпатно смотрится. Смотрите, ребятки, реально, это у нас бутерброды. Вы когда-нибудь видели где-нибудь в каком-нибудь спортивном зале, чтобы спортсмены прокачивались бутербродами? Я, если честно говоря, не видел. А в этой игрушке это можно сделать. А, отлично.
Сейчас мы с вами постараемся еще подобрать побольше этих вот кристалликов, которые нам пригодятся. И здесь вот у нас уже пойдет тогда... Блин, практически максимально мы набрали бутербродов. Чуть-чуточку не хватило. Да, наверное, ребята, все-таки до бонусного уровня не доберемся. Нам совсем чуть-чуточку не хватит вот этих вот бутербродов. Наверное, последний удар. Да, вот видите, последний удар мы не смогли с вами нанести. И, к сожалению, до бонуса не добрались. 484 только кристаллика получили. Сейчас еще один разочек мы с вами этими бутербродами сыграем. И попробуем, знаете, что взять. Давайте мы с вами, наверное, потом возьмем стейки. Кусочки мяса тут есть. И тут у нас еще есть такие вот кристаллики-алмазики. Мы с вами железно должны будем теми алмазиками, наверное, немножечко поиграть. Посмотрим, как они вообще на вид будут, красивые или нет. Я думаю, что будет довольно-таки все симпотно. Так, тут мы с вами проходим вперед, собираем обратно же все, что можно собрать. И тут у нас... Ну, уже заполнись. Нет, совсем немножко обратно, ребята, нам не хватит для того, чтобы до бонуса добраться. Последний бонус мы с вами, наверное, не сумеем все-таки сбить. Да, вот видите, вот это вот X6 мы с вами не сумели сбить, потому что набрали мало блинов. Так, как я и говорил, давайте мы поменяем себе. Давайте возьмем для начала вот эти вот, наверное, алмазики. Ого, глядите, как все на там прикольно смотрится. Ничегошки себе. Вообще отлично, правда же? Глядите, какие они такие вот яркие, красочные эти вот алмазики. Ну, наверное, ребята, просто меняется вид тоже алмазиков, ничего у нас тут особо не добавляется. Никакой силы не становится больше, ни выносливости, ни скорости, просто меняется, видоизменяются сами вот эти вот блины. Тут мы с вами, к сожалению, врезаемся, часть алмазиков этих вот теряем, и поэтому, ну, совсем мало, наверное, кристалликов заработаем. Сколько мы там заработали? Где-то с 80, наверное, да? Или даже того меньше. А, да, 80. Вот видите, получается, 80 кристалликов заработали. Давайте еще один разочек попробуем сыграть с этими самыми блинами. Так, это у нас уже 51-я миссия. Тут нам нужно будет побольше чуваков вот этих вот насбивать для того, чтобы побольше кристалликов собрать. А, отлично, двигаемся дальше. Тут у нас есть возможность сейчас подобрать магнитик. И тоже с помощью магнитика набрать. Набрать всего, что только можно. И, ребятки, у нас тут получается сейчас, да, мы с вами обратно, не дойдем, до бонусного уровня не дойдем, потому что стена, если бы не эта вот стена, которая нас остановила, мы бы с вами обратно же добрались до бонусного уровня, и там можно было бы нам, ребята, наверное, с вами еще побольше набрать денежек. Так, теперь давайте выбираем вот эти вот кусочки мяса, которые тоже довольно-таки симпотно смотрятся. О, отлично, подбираем их все. Полностью весь гриф у нас заполнился. Видите, мы с вами максимально набираем этих блинов, этих вот кусочков стейков, для того, чтобы у нас заполнился гриф максимально. Вот он у нас сейчас заполнился максимально, но мы с вами 9 блинчиков теряем. Сейчас еще немножечко блинчиков потеряли. Так, ну тут вот у нас есть возможность обратно заполнить весь гриф. Заполнили, ребятки, глядите, как раз таки столько заполнили, сколько нам и нужно было. И добираемся, наконец-таки, мы с вами до финиша. Смотрим, сколько мы с вами заработаем лаве. Или тут у нас не лаве, тут у нас кристаллики эти. Так, умножается у нас, по-моему, там на 32 или что-то вроде того. А заработали мы с вами за уровень 2480. Это очень хорошо, очень даже много. Так, один раз сыграли за вот эти вот наши блины, вот эти вот стейки, и столько уже заработали. Они какие-то, мне кажется, счастливые для нас будут. Сейчас я еще побольше попробую собрать этого всего. Так, тут у нас чуваки супер мощные, надо их вот так вот позбивать. Ну же. Отлично, позбивали. Тут у нас есть возможность подобрать еще чуть-чуточку кристалликов. Заполняем гриф полностью, максимально опять же заполнили гриф. Ребят, смотрите, вот два раза мы с вами сыграли вот этими вот кусочками мяса, этими стейками. И два раза нам с вами получится максимальное количество вот этих вот бонусов заработать. Мы с вами добрались, ребята, обратно же добрались. Благодаря вот этим вот реально кусочкам мяса у нас это получается. Отлично. Так, у нас там, по-моему, еще два было грифа, ну, вернее, два блина, которые мы не использовали. Это монетки и шерстеренки. Давайте мы с вами выберем пока что монетки, посмотрим, как оно будет смотреться. Но тоже реально довольно-таки симпотно все у нас тут смотрится. Я думаю, что нет, наверное, разницы, это у нас будут монетки или не монетки. Все равно мы с вами одинаково их будем собирать и одинаково тратить. Ой, чуть было не свалился, благо, что вроде выровнял ситуацию. Хорошо, подбираем, подбираем. Максимальное количество, к сожалению, не успели подобрать. Видите, вот тут вот совсем немножко не хватает. Я думаю, что где-то мы с вами, ну, на предпоследнее становимся. Да, вот X6 мы с вами не взяли. До бонусного уровня, к сожалению, немножечко не дотянули. Если бы мы с вами прошли бонусный уровень, обратно бы нормально заработали лаве. Сейчас я еще разочек попробую сыграть за эти вот монетки. И потом мы с вами выберем как раз-таки еще шестереночки. За шестеренки мы с вами еще не играли. Так, сбиваем чуваков всех понадряд, кого только можно. Отлично, и продвигаемся вперед, 55-й уровень у нас практически пройден. А, не, ребята, не пройден,
Здесь будет очень все печально, потому что сейчас, сейчас, блин, мы с вами теряем. О, нет, ну мы их с вами подобрали, ребятки, просто отличненько. Мы с вами потеряли часть блинов, но тем не менее мы столько же с вами подобрали этих блинов. И обратно у нас бонусный уровень. Получается, что эти блины тоже, в принципе, довольно-таки счастливые для нас были, потому что мы с вами тоже неплохо заработали с помощью как раз-таки этих вот блинчиков. Итак, смотрим, сколько там у нас. Чуть больше 11 тысяч. И мы с вами можем прокачать обратно же еще один новый крутой параметр. Отлично. Ну и теперь давайте мы с вами выберем как раз-таки эти шестеренки. Шестеренками мы с вами еще не играли. Ну вот и поиграем, правда же? Отлично. Ну, в принципе, ребята, все то же самое, что и с теми другими блинами. У нас тут все идентично, да? Единственное, что отличается, это просто их расцветка и раскраска. Ну а так все по-прежнему, все старое. Ладненько, ребятки, если вам понравился сегодняшний ролик, поставьте, конечно же, лайкусик. Также, кто еще не подписался, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами же был, как всегда, Allplay. Всем удачки и всем пока!